я вообще не почувствовал, как я как ИП работаю. Мне каждый день рабочий день. Я и так 6 дней в неделю работаю, поэтому мне, в принципе, все равно. То есть рабочий день остался таким же, как и был? Да. У педагогов другое измерение в часах рабочих. Он отвел свои часы и уходит. То есть нету такого, что 8-часовой там или еще какой-то, такого нет у нас. У меня 6-дневка, у меня свое производство, поэтому я сама себе назначаю отпуска, сама себе назначаю выходные. Я сам себе график выставляю и сам распоряжаюсь своим временем. То есть у меня такого по часовке определенной. Я как работала 14-17 часов, так и работаю. Я абсолютно никак, я сам на себя работаю, поэтому мой день... Он уменьшается и увеличивается тогда, когда я хочу. Я работаю по трудовому договору, по всем нормам законодательства. У меня 8-часовой рабочий день. Ну, 8 часов на 5-дневке.